Разговор. Есть? Разговор Ишака с Аллахом. Почему в списке написали «шайтан»? Вот, наверное, только он сам и знает. На всякий случай, все персонажи являются вымышленными. Автор текста – мой отец Владимир Левин. И придется мне, Аллаху, Ишаком себя назначить. Нет, нельзя предпринять столь решительный шаг, чтобы смог ты понять, почему ты Ишак, почему ты Ишак? Ясно мне одному, а зачем я Аллах? Я и сам не пойму, ах, зачем я Аллах, если б я угадал? Я тогда все к шайтану послал. Спасибо, Максим. Значит, сейчас у нас будет номинация «Исполнитель». На сцену приглашается Гафарова Рената, город Казань. Готовится Осипов Семен. Добрый вечер.
гитару слышно? Господа жюри предоставили мне возможность самой решать свою судьбу. И я решила